Каждый раз, когда вы смотрите мой ролик, вы порой даже не обращаете внимания на детали и не знаете, что происходило за кадром. Я решил показать и рассказать вам, как происходит съемка каждого ролика. И порой это гораздо сложнее, чем вы думаете. Начало каждого видео начинается здесь, в голове. Идея есть, идей нет. Далее я начинаю писать к этой идее сценарий. Открываю блокнот. И начинаю писать сценарий. Этот процесс один из самых важных и сложных. Ведь предложение нужно построить грамотно, без воды, без пятое, десятое. Далее, когда сценарий готов, я начинаю снимать. Беру штатив, свет, микрофон, камеру. В другой руке держу сценарий, на компьютере открываю программу для записи голоса под микрофон, начинаю запись на камере и делаю этот хлопок по ноге. Позже вы узнаете, зачем. И начинается. От 1 часа до 3. Десятки и сотни оговорок, поправок, ошибок. И наконец я все заснял. Теперь я имею запись видео на камере и запись звука на компьютере. Мне надо объединить это все в одно целое, чтобы видео не отставало от аудио и наоборот. И вот когда я сделал тот хлопок по ноге, я дал себе понять, в каком моменте объединить звук и видео на монтаже. После объединения я приступаю к монтажу. Тут, в принципе, ничего сложного нет. Просто вырезаешь все лишнее, добавляешь музыку и всякие мелочи. Потом я делаю превью. Заострять на этом внимание я не буду. Ничего интересного там нет. И, наконец, я загружаю ролик на канал. Добавляю название и описание. Теперь, когда я загрузил ролик в очередной раз, я задаюсь вопросом. А что дальше?